Всем привет, друзья! В этом ролике речь пойдет о группе Pink Floyd и о гениальном альбоме The Wall, по-русски «Стена», который ценится критиками, обласкан слушателями и разошелся по всему миру огромным тиражом. Тем не менее, именно работа над этим альбомом и последующий тур в его поддержку, по сути, поставили крест на будущем группы. Меня зовут Тимофей, спасибо, что включили это видео, и давайте разберемся, что же тогда произошло в далеком 1979 году. Но перед этим немного предыстории. Группа Pink Floyd была образована в середине 60-х в Лондоне. На пике популярности тогда находилось движение хиппи, участники которого интересовались восточной культурой, а также практиковали различные техники расширения сознания. На этой волне в музыкальной сфере зародился новый стиль – психоделический рок. Это название происходит от слова «психоделия», которым принято называть состояние измененного сознания. Группа Pink Floyd первоначально выступала именно в стиле психоделического рока и состояла из четырех человек – пианиста Ричарда Райта, барабанщика Ника Мейсона, басиста Роджера Уотерса, а также вокалиста и гитариста Сида Барретта. В те времена именно Барретт был главным вдохновителем группы и автором большинства песен с первого альбома, выход которого принес Pink Floyd первую заметную популярность. Психоделический рок часто ассоциируется с приемом различных веществ. Именно это изгубило Барретта. Музыкант серьезно злоупотреблял, у него началось расстройство личности, и к 1968 году Сид уже мало напоминал себя прежнего, выглядел неадекватно на интервью и на концертах. Так как он был вдохновителем первого успеха Pink Floyd, остальные участники группы не хотели его выгонять и какое-то время терпели эту ситуацию. В коллектив был приглашен пятый человек – гитарист Дэвид Гилмор, который был на подхвате и во время концертов подменял неадекватного Барретта. Но с каждым месяцем психическое состояние Сида все ухудшалось, и в итоге остальные не выдержали и все-таки попросили его уйти. Барретт пошел навстречу этой просьбе, покинул Pink Floyd и до самой смерти вел замкнутый и непубличный образ жизни. Приглашенный гитарист Дэвид Гилмор остался в Pink Floyd на постоянной основе. Какое-то время ушло у музыкантов, чтобы найти новый стиль после ухода лидера группы. А затем наступили 70-е годы, золотая эра Pink Floyd, на протяжении которой группа потрясла мир четырьмя культовыми альбомами. Но перед тем, как начать их обсуждение, я хочу поделиться с вами, как сложился для меня этот год в музыкальном плане. Стриминговый сервис, которым я пользуюсь, выдал такую статистику. В этом году я слушал музыку 30 243 минуты. Это 21 день чистого времени. Больше всего я слушал песню под названием «Колоратура» с последнего альбома группы Coldplay. Она вышла только в июле, но с тех пор я слушал ее столько раз, что она с отрывом обогнала все остальные песни. А всего в этом году я успел послушать 1287 разных треков, которые предлагала мне система рекомендаций, и большинство из этих треков точно попали в мои вкусы. Благодарить за это стоит дата-сайентистов, специалистов, которые занимаются обработкой и анализом данных, работают с нейросетями, в общем делают так, что стриминги, а также другие привычные нам сервисы, вроде чат-ботов или голосовых помощников, работают и радуют нас. Сейчас дата-сайентист – это самая востребованная профессия в IT, а подтверждение этому – это и колоссальная нехватка кадров, и средняя зарплата в 250-300 тысяч рублей. Освоить профессию может каждый, ваш возраст, образование и навыки не важны. Поможет в этом онлайн-школа Skill Factory, и я рекомендую вам их курс по Data Science. Упор в обучении сделан на практику, ее здесь 80%, а преподают эксперты из Яндекса, Nvidia и Eora. Вам предоставят личного ментора, который всегда будет рядом, чтобы ответить на вопросы или зарядить мотивацией. А карьерный центр поможет с дальнейшим трудоустройством. Учиться можно в комфортном для вас темпе и в удобное время. Больше 6000 человек уже прошли курс. С их подробными отзывами вы можете ознакомиться в Гугле и других независимых сайтах. В описании к этому видео вы найдете специальную ссылку, пройдя по которой и оформив заявку, вы получите вкусную скидку 45% по промокоду TIM. Не теряйте времени и прямо сейчас записывайтесь на обучение в Skill Factory и меняйте свою жизнь к лучшему. Итак, возвращаемся к четверке самых главных альбомов группы Pink Floyd. В 73 году вышел The Dark Side of the Moon, по-русски «Обратная сторона Луны», альбом, прославивший группу на весь мир и входящий в пятерку самых продаваемых в истории. В этом альбоме проявился новый музыкальный стиль коллектива, о котором мы подробнее поговорим чуть позже. В 75 и 77 годах вышли еще два классических альбома группы, про которые мы сейчас говорить не будем, но они оба, несомненно, достойны отдельных роликов. И, наконец, в 79 году вышел интересующий нас сегодня альбом «Стена».
Дискография группы Pink Floyd вызывает у меня невольные параллели с творчеством Майкла Джексона. Он тоже один за другим выпустил 4 своих классических альбома, первый из которых, «Триллер», считается самым популярным и знаковым. При этом лично я не до конца понимаю всю культовость именно «Триллера», и из этой четверки предпочитаю альбом «Dangerous». Недавно я делал ролик, в котором объяснял, почему именно этот альбом, на мой взгляд, является вершиной творчества Майкла. Можете посмотреть по ссылке в подсказке. Такая же ситуация у меня и с Pink Floyd. Хотя The Dark Side of the Moon заметно выигрывает и по продажам, и по условной культовости, я все равно гораздо больше заценил альбом «Стена». На рубеже 60-х-70-х годов часть групп, выступавших в стиле психоделического рока, стали развивать и усложнять свою музыку. Через некоторое время в результате таких музыкальных экспериментов оформился новый стиль – прогрессивный рок, в котором и выдержаны 4 главных альбома Pink Floyd. Характерные особенности прогрессивного рока обусловлены 2 факторами той эпохи. Во-первых, это все еще было время не гигантских лейблов, а небольших издателей, которые давали музыкантам больше творческой свободы. Во-вторых, мировая экономика находилась на подъеме, и в студиях звукозаписи появилось больше крутого оборудования, с помощью которого качество и разнообразие звука вышло на новый уровень. Пространство для экспериментов и творчества было огромным, что и показали участники Pink Floyd на альбоме The Dark Side of the Moon. Яркий пример – это песня Time с ее прорывным звучанием и использованием не только инструментов, но и звуков окружающей среды. Музыка стала настоящим искусством, поэтому для описания этого нового музыкального стиля еще иногда использовалось слово «арт-рок». Еще один важный момент. Сейчас музыканты продвигают свое творчество в виде выпуска синглов, одиночных песен, а в 70-х музыка продвигалась и продавалась целыми альбомами. И музыканты, особенно выступавшие в стиле прогрессивного рока, часто задумывали свои альбомы не просто как набор несвязанных между собой песен, а как единую историю, очередной кусочек которой рассказывался бы в каждой следующей песне. Такие альбомы принято называть концептуальными, и альбом «Стена» по праву считается одним из самых знаковых концептуальных альбомов в мире. Идея будущей пластинки родилась в голове у басиста Роджера Уотерса после одного скандального случая, произошедшего на концерте группы 6 июля 1977 года. Pink Floyd выступали тогда на стадионе в городе Монреаль перед аудиторией примерно 80 тысяч человек. К тому времени популярность коллектива уже позволяла собирать такие огромные стадионы. Но сами музыканты все еще не могли адаптироваться к таким толпам, ведь на протяжении нескольких лет они привыкли давать концерты на площадках поменьше, куда приходила другая, более вдумчивая и внимательная публика. А люди на стадионах кричали, бесились и теряли нить происходящего на сцене. Конкретно в тот вечер в Монреале у Роджера Уотерса сдали нервы, когда он пытался спеть одну из спокойных песен, а люди параллельно орали и взрывали пиротехнику. Он не сдержался и сказал стадиону: «Хватит уже, блядь, срывать свои фейерверки и орать. Я тут песню петь пытаюсь». В итоге, ближе к концу шоу, Уотерс плюнул в лицо фанату, пытавшемуся взобраться на сцену. В тот момент музыкант словил себя на мысли, что хотел бы построить гигантскую стену между группой и раздражающими фанатами. И из этой идеи в конечном итоге и вырос альбом «Стена». Альбом рассказывает историю вымышленной рок-звезды по имени Пинк. Образ этого персонажа базируется на личностях Сида Барретта и самого Роджера Уотерса. На примере Пинк раскрывается глобальный сюжет о том, как жизненные обстоятельства ломают людей, они замыкаются в себе и постепенно отгораживаются от мира метафорической стеной. Мы наблюдаем за персонажем с самого детства, видим, как Пинк переживает личные драмы, становится рок-звездой и в итоге почти едет крышей на одном из своих выступлений. «Стена» — это монументальный альбом. История Pink состоит из 26 песен, которые длятся в общей сложности 81 минуту. Обстановка в студии во время записи альбома была очень напряженной. Во-первых, музыканты работали над новой пластинкой не в Англии. Им пришлось уехать из родной страны. Дело в том, что заработанные за предыдущие годы деньги они доверили ненадежному фонду, который инвестировал их непонятно во что. В итоге группа оказалась на грани банкротства, и юристы придумали для музыкантов какую-то схему ухода от налогов, согласно которой нужно было на время покинуть страну.
Из-за этого переезда кто-то потерял возможность видеться с детьми, кто-то оказался на грани развода, в общем, атмосфера в коллективе была гнетущая. Вдобавок к этому, Роджер Уотерс к тому моменту окончательно решил, что он и есть Пинк Флойд. После ухода Сида Барретта он постепенно перехватил лидерство в группе, с каждым новым альбомом сочинял все больше материала и в итоге «Стену» хотел закончить чуть ли не единолично. Гитарист Дэвид Гилмор пытался сражаться с таким эгоистичным подходом, а, например, пианист Ричард Райт, брак которого трещал тогда по швам, просто забил на все и отбывал в студии номер. В общем, метафорическая стена появилась не только в жизни Pink, но и между участниками группы. Тем не менее, осенью 79 года работу над альбомом удалось закончить. Пластинка делится на две смысловые половины. В первой мы наблюдаем, как Pink постепенно, кирпич за кирпичом, выстраивает вокруг себя метафорическую стену. В песне под названием «Еще один кирпич в стене, часть первая» мы узнаем судьбу отца Pink. Он погиб во время Второй мировой войны, и это прямая аллюзия на жизнь самого Роджера Уотерса, отец которого как раз погиб в одном из сражений, когда мальчику было 5 месяцев. В песне Pink спрашивает: «Отец, что ты оставил мне после себя?» И заканчивает свои рассуждения словами: «В конечном итоге, все это только еще один кирпич в стене». В следующих песнях идет рассказ о детстве Pink и рассуждение о состоянии школьного образования. В частности, этой теме посвящена, пожалуй, самая известная песня Pink Floyd под названием «Еще один кирпич в стене, часть вторая». Эта композиция тоже отсылается к биографии Уотерса, который в детстве ненавидел школу. Она, по его словам, состояла из детей, над которыми издевались дети посильнее, над которыми, в свою очередь, издевались уже учителя. «Эй, учитель, оставь детей в покое!» – восклицает Pink. Еще одни культовые строки: «Нам не нужно образование», «Нам не нужен контроль над мыслями», стали использоваться в качестве социального слогана, например, «Молодежью в ЮАР», где песню в итоге даже запретили. В последующих песнях идет рассказ сначала о гиперопекающей матери главного героя, а затем о неудавшейся личной жизни уже взрослого персонажа. Pink к этому моменту стал рок-музыкантом, ему изменяет жена, и сам он тоже пытается забыться в интрижках с фанатками. Во время одного из вечеров с такой фанаткой у музыканта начинается истерика. Он сначала разносит комнату, а затем разбивает окно и кричит девушке: «А не хочешь ли ты научиться летать?» Перепуганная фанатка кое-как убегает из комнаты. Первая половина альбома заканчивается песней «Прощай, жестокий мир». Она символизирует завершение строительства метафорической стены. Раздавленный, одинокий и потерянный, Pink окончательно отгораживается от людей. Goodbye. Goodbye. Вторая половина альбома встречает главного героя одного, запертого в комнате отеля и медленно сходящего с ума. Обращает на себя внимание песня под названием «Никого нет дома» с такими словами: «У меня дикий остекленевший взгляд и непреодолимая жажда летать, но лететь мне некуда». Это прямая отсылка к личности Сида Барретта. История продолжается в песне под названием «Comfortably Numb», что можно примерно перевести как «приятное оцепенение». Это тоже одна из самых известных песен группы. Классическая баллада, знаменитая продолжительным и невероятно красивым гитарным соло Дэвида Гилмора, которое стараются разучить многие начинающие гитаристы. По сюжету песни главного героя находят в комнате и накачивают препаратами, чтобы он мог начать концерт. И вот в состоянии этого оцепенения Pink выходит на сцену. На сцене одурманенный веществами герой начинает воображать, что он фашистский диктатор, а концерт – это сборище его радикальных сторонников, и сейчас они расправятся со всякой второсортной чернью. Это психоделическое видение перерастает в сумасшедшую расистскую вакханалию, которая достигает пика в песне под названием «В ожидании червей». Вполне возможно, что в нашей политкорректной современности песня с таким текстом в принципе не увидела бы свет. Затем в песне под названием «Стоп» Pink начинает приходить в себя,
Внутренний голос героя просит прекратить это сумасшествие, и галлюцинация постепенно рассеивается. В закрывающей песне альбома, которая называется «За стеной», воздвигнутый персонажем барьер в итоге рушится. И в последних строках идет предупреждение и главный посыл слушателю. «И отдав тебе всю свою душу, некоторые, шатаясь, падают. Ведь это нелегкое дело – пытаться сердцем достучаться в стену, возведенную безумным чудаком». Альбом «Стена» оказался как будто самосбывающимся пророчеством, и к концу работы над ним между участниками группы встал барьер отчуждения, который они описывали на примере истории Pink. Но в отличие от сюжета альбома, в реальности разбить эту стену так и не удалось. Под давлением Уотерса из группы был вынужден уйти клавишник Ричард Райт, и знаковый состав Pink Floyd дал первую трещину. Правда, Райта тут же наняли в качестве наемного музыканта для участия в туре в поддержку альбома. Этот тур принес еще больше раскол в отношении между участниками. Дело в том, что концерты представляли собой сложное шоу с большим количеством декораций, в процессе которого между группой и публикой воздвигалась настоящая стена, а в финале выступления стена разрушалась. И так повторялось на каждом концерте. Стоило это огромных денег. В итоге тур принес группе значительные убытки, а заработал, по иронии судьбы, только Ричард Райт, который, будучи наемным музыкантом, больше не разделял с другими финансовых обязательств, а просто получил свой гонорар. В конце концов, оставшееся от Pink Floyd трио выпустило еще один альбом, но по сути это был уже сольный проект Роджера Уотерса с минимальным участием всех остальных. В 1985 году Уотерс объявил, что уходит из группы, и, видимо, он рассчитывал, что на этом Pink Floyd в целом придет конец. Но Дэвид Гилмор решил сохранить группу, уговорил остаться барабанщика Ника Мейсона и пригласил назад Ричарда Райта. Обозленный Уотерс попытался через суд запретить бывшим партнерам выступать под именем Pink Floyd и исполнять старые песни, но суд не встал на его сторону. Потом Роджер признавался, что все эти судебные дрязги были его большой ошибкой. Но за прошедшее десятилетие музыканты уже так и не смогли помириться, хотя и выступали совместно еще несколько раз. Вот так альбом «Стена» стал концом классического состава группы Pink Floyd и в каком-то смысле концом эпохи. Уотерс начал сольную карьеру, оставшееся в Pink Floyd трио тоже выпустило еще несколько альбомов, но добиться прежнего успеха никому из них уже не удалось. К концу 70-х прогрессивный рок стал постепенно умирать, задавленный новым стилем под названием панк-рок. Его флагманы, группы вроде Sex Pistols, вызывающе противопоставляли себя представителям старого интеллектуального рока. Солист Sex Pistols ходил тогда в майке с надписью «Я ненавижу Pink Floyd». Вместо продолжительных, доведенных до идеала студийных записей, в моду вошли короткие песни-гимны, в которых главным было не качество звука и умение исполнителя, а живая энергия и драйв момента. Но альбом «Стена» бессмертен, и веяния музыкальной моды не смогли изменить его культовый статус. Последняя песня на пластинке заканчивается негромкими словами «Isn't this where?», и они тут же подхватываются вступительными словами первой песни «We came in». Так формируется вопросительная фраза «Isn't this where we came in?» «Не с этого ли мы начали?» То есть конец альбома плавно перетекает в начало, он зацикливается, и история Pink как будто начинается заново. В каком бы времени и обществе мы ни жили, эта история никогда по-настоящему не закончится. Ведь пока существуют люди, будут существовать и стены между ними. А значит, последнее грандиозное послание группы Pink Floyd никогда не утратит своей актуальности. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца это видео. Если хотите максимально проникнуться альбомом «Стена», то советую посмотреть фильм, снятый в 1982 году, который так и называется «Стена». Сценарий для этой картины написал Роджер Уотерс, и по сути получилась экранизация истории персонажа Pink. Можно сказать, что это в своем роде музыкальный фильм, потому что за полтора часа хронометража альбом «Стена» звучит там почти целиком. Что ж, на этом у меня почти все. Осталось только поздравить вас всех с наступившим Новым годом. Желаю хорошего настроения, оптимизма и побольше энергии, чтобы достигнуть всего задуманного. Ну и конечно, в наши непростые времена обязательно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете мой канал. Постараюсь, чтобы 2022 год был богат на интересные и полезные видео. Еще раз спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Тимофей. До встречи.